Уважаемые граждане России, уважаемые представители гражданских политических организаций, я, Злотникова Марина Ивановна, координатор движения «Антимент по России», обращаю ваше внимание на последние возмутительные инициативы властей, инициированные МВД Российской Федерации против свободы слова в России. В первую очередь это иск ГУВД города Москвы против журналистов газеты «Новое известие», инициированный в связи с публикациями о событиях в московском поселке Речник в январе 2010 года, где власть потребовала от журналистов и жителей Речника доказать преступления, свидетелями и пострадавшими от которых они являлись. Фактически на критику правоохранительных органов России вводится цензура. Я как лидер движения считаю, что данные действия являются грубейшим нарушением прав и свобод человека и должны быть пресечены. Считаю, что власти должны отозвать иск и запретить каким-либо органам предъявлять иски за какую-либо критику. Во-вторых, возмущает факт преследования журналистов из издания New Times, где за критику правоохранительных органов журналисты подвергаются преследованиям. В-третьих, возмущает тот факт, что подвергаются давлением журналисты по всей стране, как, например, газета «Жуковские вести». Налицо введение цензуры на критику погрязших в коррупции и беспределе правоохранительных органов. Настораживает тот факт, что тем самым многим коррупционерам развязываются руки для произвола. Если нам заткнут рот и не дадут говорить, то каждый гражданин России окажется заложником в руках проворовавшихся коррумпированных властей, безмолвно выполняя любые повеления коррупционеров, бандитов, воров в законе. Человек превратится в раба. Начнется жестокое противостояние коррупционеров и собственного народа, которое может привести к развалу России, когда государство поглотит коррупция и полная разобщенность, а тогда государство исчезнет. Необходимо жесткое противодействие с целью остановить крайне негативные последствия для России и граждан России. Жестко противостоять нужно уже сейчас. На координационном совещании гражданских и политических организаций, журналистов было принято решение о проведении митинга за свободу слова в России 18 сентября 2010 года. Более подробная информация о месте и времени проведения митинга будет сообщена позже.